Подождите. Кто это только что сказал? Алло, кто здесь? Призрак? Кто бы ты ни был, в призраков я не верю. Да уж, ну это, конечно, хорошая попытка розыгрыша, но теперь ты можешь выйти. Или иначе, я позову родителей. Я думала, мы переехали в дом, в котором другие люди не живут. А ты упрямый. Продолжаешь настаивать на том, что ты призрак? Окей, я тебя очень легко разоблачу. Тара-дам-дам! Так, это уже не смешно. Я слышу твой голос. Но тут больше нет мест, где можно спрятаться. Признавайся, кто ты и где ты. Иначе я буду звать не родителей, а полицию. Что это только что был за хлопок? Фейспалм? Ну зачем? А, типа полиция тоже тебя не сможет увидеть. Окей. Допустим, что ты призрак. Ладно, призрак. Ну, тогда расскажи немного о себе. Как тебя зовут? Откуда ты вообще? Ага, тебя зовут Джимми. Ну, меня зовут Елизавета Викторовна. Приятно познакомиться. Или неприятно. Ты местный? У тебя есть дом? Нет. То есть ты просто гуляешь по городу, заходишь к разным людям и пугаешь их? Зачем? Я не понимаю. А, то есть ты это делаешь не специально, да? Ну, конечно, когда люди слышат только голос и никого не видят, конечно, это страшно. Ладно, бывает. Лизонь, а что ты до сих пор не спишь? С кем ты вообще разговариваешь? Джимми, скажи ей. Джимми! Лиза. Джимми, ну ты чего? Почему ты замолчал так сразу? Джимми? Какой еще Джимми? Тихо, мам, ты слышишь? Прямо сейчас он говорит. Вот послушай, прямо сейчас. И что говорит? Мам, вот ты слышишь? Он сейчас с тобой здоровается. Здоровается, да. Слышишь? Лиза, кто он? Мам, Джимми — это местный призрак. Я знаю, звучит реально очень странно, но... Лизунь, это очередной пранк, да? Ну, честно, вот поверь, это очень глупо. Ну, серьезно тебе говорю. Мама, я не лгу. Честно, вот там у стены стоит призрак. Мама, почему ты мне не веришь? Это реально правда. Просто ты не слышишь то, что он говорит. Я не понимаю, почему. А, он у стены стоит, да? Вот здесь, да? Прямо здесь? Лизунь, хватит. Мама... Я не могу. Он невидимый. Лиз, реально хватит. Пожалуйста, заканчивай уже эти свои глупые шутки. Давай уже ложиться спать. Ну, мама. Лиз, пожалуйста, спать. Нет, ну надо же. Она не верит. И не понимаю, почему она тебя не слышала. Почему? Ладно, слушай, расскажи, вообще сколько здесь местных призраков? Что? Не хочешь говорить? Что? Это тайна? Да ладно, не переживай, я умею хранить тайны, тем более тебя кроме меня никто не слышит. Ну ладно, не хочешь говорить, так не говори. Можешь вместо этого просто постучать. Окей, давай договоримся так. Если ты стучишь один раз, это означает то, что твой ответ нет. Если ты стучишь два раза, это означает то, что твой ответ да. Что? Да, давай попробуем прямо сейчас. Скажи мне,
У вас вообще много местных призраков? Что? Да ты постучал 3 раза. У тебя реально с математикой очень плохо. Это так? Плохо? А, ну да, забыла, ты ж призрак. Вас же в школе не учат. Джинни. Ты не обижайся, ты Джинни. Да, ты же обиделся и ушел. Ладно, тогда попробуй заснуть. Лизушка, давайте, доброе утро, котик, просыпайся. Просыпайся, мальчишки уже встали, вставай, дочь. Мам, прикинь, Лизу больше не странный сон приснился. Какой? Ну, приснилось то, что я разговаривала с настоящим привидением. Прикольно. Капец, как странно. Ладно, я буду вставать. Лиза, Лиза, ну, а тебе котики и цветочки снятся. Они как не призраки. Что? Это я не сню? Кто-то сказал? Лиза разговаривала с настоящим призраком. А кто это говорит? Джейми? Какой еще Джейми?